Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас из города курорта Анапа. Зовут меня Юрий Заровский. Сегодня нам с вами надо сделать несколько хороших дел. Давайте вместе с вами этим займемся. Какой у нас вид на море есть. Так, загружаем, друзья, буржуйки. А мы сегодня находимся на предприятии «Анапа Водоканал», на котором люди не остались в стороне и решили помочь нашим солдатам. Был запрос при смене позиции в буржуйках, и ребята сами согласились изготовить. Вот первые буржуйки готовы, а будет их изготовлено всего 15 штук. Вот так вот «Анапа» объединяется и помогает нашим солдатам. Ну и наша Виктория от шахтеров с Кузбасса продолжает нам помогать. Вот такая тема, ребята. Артур Иванович зовут. Вот эти отверстия сделаны под специальные дуги, на которых сушатся. Там портянки, носки, что угодно, там обувь вставить можно. Все. На этих тоже сделано на дымоводе. Чтобы тоже можно было. Да, сюда проволоки, они все внутри находятся. Вот они, вот такие крепления, вот. Да, они в комплекте, вот они вставляются. Можно обувь поставить, сушить. Это просили для того, чтобы гранаты не кидали. В эти самые одеваются. Вот они. Да, да. Поэтому закрывают. Вот эти крепления, вот они ставятся на дымоход. Вот они. Сюда можно тоже развешивать удобно. Несколько ярусов. Кочерга и совочек. Кочерга и совочек, да. Набор ставь, живи, лечь. Добрый день. Меня зовут Снопок Владимир Николаевич, главный инженер АО «Анапа Водоканал». Это личная инициатива наших простых работников, специалистов, помочь тем, что мы можем. Они в свободное время от работы этим занимались, изготавливали. И у нас тоже ряд специалистов добровольно ушли и сейчас защищают нашу родину. Спасибо вам большое. Так, я опять приехал на Кордонный переулок, гостиница «Европа». Но сначала хочу вам показать. Видите, в Анапе сегодня было потепление и немножечко снег растаял. Стала такая вот красотища. Ой. Конечно, снег я тоже люблю, но лучше, когда без него. Выходим с вами на набережную, сейчас глянем отсюда. Ну, мне кажется, все равно лучше вид все равно будет оттуда, с пятого этажа. Люди гуляют потихонечку. Сегодня 6 метров примерно. Ветерок продувает еще немножечко. Ждем, когда он окончательно закончится. И можно будет спокойно гулять и наслаждаться нашей погодой, несмотря на него. Жалко, сегодня закат. Закрывают тучки. Хотела сводить на закат, но мы пришли уже в 5 вечера. Здесь все потихонечку расходятся. Кто-то доплетает последние сети. Видите, уже сколько много здесь наплели. Такая красотища. Так, ребята, пока мы все свои вопросы здесь решали, уже настала ночь, на море я сегодня не успел, но хочется сказать, что именно сюда нам нужны волонтеры, которые будут заниматься тем, что обучать новеньких, как правильно плести сети и следить за пунктом. График хотя бы один раз в неделю на полдня выходить. Всю подробную информацию можете узнать по номеру телефона, который сейчас видите на экране. Смотрите, по ночам иногда они не буханят. Иногда они устанавливают мотор для Миши. Да ты вообще веришь, он будет работать? Конечно. Я в Максе просто... Нет, а вдруг мотор нет? Не-не-не, мы тебе, он мы же тебе в час ночи видео пришлем, что мы его завели, поехали. Да. За водкой или за девчонками? А-а-а. Он всем девчонкам улыбается, да, жена? Опять спалил. Ну, без юмора никуда. Никому не улыбается. Видите, он как грустный смотрит. До ушей. Это буханочки. Нам на вот этой вот осталось поменять мост. В принципе, все готово остальное, да, Максим? Рессоры еще чуть-чуть. А, подушки на рессоры, да? То есть вот он, мост стоит старый. А здесь мы хотим поблагодарить дорогого Артура и его друга. То, что я уже вкладывал в видео, да, ну вот просто, ну, должны понимать масштаб, там Максим как-то снял. То есть это мост, это большое. И Ашотику спасибо за то, что нам сюда привез. В общем, потихонечку стараемся. В ближайшее время уже выезд, уточняйте у Алины, что, когда и почему. И мы поедем на все 4 направления. Также, если вдруг все сложится, там... Будет интересный еще подгончик. Ну, пока я об этом мечты, потому что я сам пока не верю в то, что мне там наобещали. Но если вдруг, будет хорошо. В общем, Артур выбрал офигенный. Все работает классно на нем. Максим проверил. И вот этот мост готовится к установке.
Хочется выразить вообще безмерную благодарность всем, кто участвует, всем, кто помогает. Вы капитальные красавцы, мы вам каждому благодарны. Сейчас еще одна такая вот девочка всплывает. Если все выгорит, вы будете немножечко в шоке, как и я сегодня после звонка, который ко мне пришел.